Ну, друзья, 1-0 так и осталось. Наши кое-как отстояли. Хотя были моменты, да, там, раза, два, три, там, чуть ли не по пустым воротам. Лупи, блин, вот. Нет, стоят, что-то ждут, что-то думают. Короче, ребята, мое мнение не изменилось. Как он остался дворовым футболом, так он и есть. Дворовый футбол. Я думал, может, они просто, ну, не хотят там, что-то там ленятся. Не, ребята, они не умеют играть. Как я понимаю, Финляндия, она как бы послабже, да, команда, но... Судя по тому, как они сегодня играли, короче, ай, я не знаю, за что им там деньги платить, им нужно это, прожиточный минимум платить вот за такую игру, какие там они миллионы получают, лучше бы сразу проиграли там сколько, 2, 3, 4 игры, и все, и поехали бы на Майами там, да, гуливанить дальше с девками, да, и, ну, как бы было бы по-нормальному. Куда лезут? Блин, они дальше сейчас полезут, им столько писек навтыкают, елки-палки. Я еще навтыкаю. Ну все, ребята, ладно, будем ждать следующей игры. Ну, 1-0. Кое-как. Это благодаря тому, что у них там посчитали офсайд в первой половине матча. Блин, если... Я так, честно говоря, болел за финнов. Финны как-то, они хоть и меньше владели мячом, но зато они как-то более-менее как-то комбинационную игру что-то пытались придумать, а наши встали с мячом, вот, мяч, это что, мяч, что ли, елки-палки, короче, ребята, все, ладно, пока.